Это миллион. Полк-чат! Чек! Так, что я могу делать? У меня есть бомбы. Фейкую. Смотрите, уже фейкую. Так, а я, получается, закладываю бомбочку? Чё? И они должны будут бережить, да? Ой, кто-то саботировал. Сейчас я бомбочку заложу. А где лучше заложить? Я заложила. Теперь прыгаю в люк. Ага. О, Финарго это убили, но это нормально. Да, это свежий труп. Мы только что с ним это делали. Я жива, спасибо. Он первый закончил, я закончил за ним, и выхожу, а он труп валяется уже. Давайте смотри, поздравим Дину, она дожила до обсуждения. У-ху! Сюда, Дин. Аксон Тенгра не... Его? Аксон Тенгра не двойка. Я почему? А где труп? Труп на улице, там, сверху. Сверху. Где рубить? На... Где рубить? Рубить дампинга давайте выгоним. Почему? Ну, дампинг сейчас нам на Лайфхайден спустился оттуда. Сейчас меня выгонят за то. Дампинг тебя не слышно. Давай ты громкий дампинг. А кто свет починил? Я починил, я сказал же. Не я. Бобёр, да? Бобёр. Я починил то, что дамплинг, если спустился. В смысле, Аксон, я починил свет, ты не видел? Зашёл с улицы через главный вход, то, скорее всего... Да, бобёр, чат, они не знают причину, почему я жива. Один бобёр, а второй просто бобёр. Как решить, какого кидать? По очереди. Дамплинга. По очереди? Баланс. А давай. Почему дамплинг? Каждый выберет своего бобра. Вы серьёзно, что ли? Да, пикайте бобра. Дамплинг зашёл в дом. Бобра выбирайте. Где был килл? Куда зашел? Ну, у него чисто пришел. Времени. Он как раз по таймингам, типа, убил, пришел. И он не дефается, он даже не говорит, где он был. Там да нет, он говорит, у него микро, по-моему. У него что-то с микро, да. Ну, он как раз починил. Тогда неловко вышло. Он чисто сердечный. Чего, я? Нет. Не убили, поэтому на вторая. Так, а, мы на своих местах появляемся. А как прыгнуть? Ага, вот люк. Ага. Ага. О, в люке КД идет. Что? Это же имба, нет? Меня увидят. Я могу сидеть, они придут бомбу обезвреживать. А, они вдвоем пришли. Блин. Так, где там тепловизор? Блин, умела бы я еще... А, тепловизор работает только на улицу. Все, я поняла. А куда люк ведет? Ага. О! Ага, убила. Хорошо. Так, я сделала цветочки. Один килл старый, прям одному там. А, ну вот, короче, а Кинпачи на камерах, я его зарепортил, то я еще встал, посмотрел на камеры, артисты Дина у меня были на одной камере, но я не знаю, что это, но это где-то в здании было. Я вот. На лайфлайне. Это, подожди, я когда ты... сейчас на лайфлайне. Я сейчас вот. Нахожусь в саду. Где именно? В каком ты саду? А, стой, значит... Ты уже в дом зашла. А, уже зашла? Сорян. Да, в доме было. Я просто делала неулыбчивые цветочки. До этого. Я выходил из дома, ты заходила. А, окей, сорян. Вот, я вам починил свет прифом и побежал сразу на камеры. На камерах хотел найти чела, который вверх побежал, но нет, он, скорее всего, винтанулся. Так, а труп где, я не понял. На камерах лежит. Смотрите, прям на камерах? Я сейчас вообще в левом домике, я приходил на камере, со мной стоял Аксон. Может, ты из диванок? Я пошел наверх. Да пусть скажет. Ко мне навстречу... Кто там мне навстречу бежал, я не помню. Наверх кто... ты по дому пошел или по улице? Кинпач по улице. Я пошел в левую сторону,
Ну, точнее, я сначала зашел в душевую, потом на левую сторону пошел. Поэтому я верю Тенгро, скорее всего, потому что он свет починил первый, и второй, походу, он тоже починил. А какой здесь когда убийство? Первый Аксон починил свет, но я был там. Ты уж не надо спрашивать. Помню. Смотри, просто без понятия. Здесь один человек сделал просто, или два человека? Когда мы с боти пересекались, трупов на ладонях не было. После чего пошел, посмотрел нож, типа, возвращаясь, там уже один килл. Я отошел в библиотеку поставить бургер, возвращаясь, там уже второй килл. Ну, то есть, пока вот этот я второй проходил... Ну, я был слева снизу, собирал фотографии. Бобер, слева снизу. Стоп! Слева снизу собирал фотографии? У нас вообще есть фотографии? Блядь, ну он мог ментануться с камеры собирать фотографии. А кто сказал про фотографии? Я сказал. Боти. 5 секунд, делаем? Что мы делаем? Наши... Боти? Я в боти. Я в боти поставлю. Боти. Ладно. Поздравляю, вы проиграли. Ну, ты поздравляю, ты голосовал меня. Я надеюсь, артист знает, когда там нажимать баташ. Я не в кизе, но я же не говорю голосовать. А, 12. А, тут Сергей Бароняк. Я поняла, тут когда убийство. Блин, ну эту парочку, вот вы нас обижали, вы нас первыми убивали, мы вам отомстили. А будете знать, блядь.